Добрый день, меня зовут Ольга. Я хочу поблагодарить Викторию за консультацию. Она уделила мне намного больше времени, чем это было заявлено. И я хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Я считаю, что очень важно было пообщаться именно с профессионалом, с опытным тренером, чем выслушивать советы родственников, подруг, которым самим зачастую нужна помощь. И даже не всегда советы наших любимых родителей идут нам на пользу, так как они больше все-таки эти советы эмоциональные, а не конструктивные. За консультацию с Викторией мы разобрали и мои прошлые ошибки, которые были допущены в отношениях, и также, что было очень важно для меня, она мне рассказала, как можно до моего мужчины именно правильно донести информацию, чтобы это отложилось у него, ну, вот на подсознательном уровне, чтобы это не было таким вот серьезным разговором. Это донесение информации было результативным и не переросло ни в коем случае в ссору или какое-то недопонимание, или, как это часто бывает, в какие-то вот упреки, обиды и так далее. После общения с Викторией у меня появился четкий план дальнейших действий, которые мы вместе прописали. Благодаря разговору с Викторией мне пришла идея, которой я прям очень рада и буду воплощать с удовольствием ее в жизнь. Главное, что теперь я знаю, как мне действовать и дальше, как правильно себя вести, чтобы получить нужный мне результат. И огромное спасибо за запись нашего с вами разговора, которую можно переслушать и вынести для себя новые моменты какие-то. Выпишу это себе еще раз в тетрадочку, план действий, и начну действовать. Огромное спасибо. И что хочу пожелать, сказать всем, что вот лично мне в моих отношениях вот не хватало такого вот толчка, пинка от эксперта. Если у вас особенно запущенная ситуация в отношениях, то советую проходить полную программу Виктории и прокачиваться теми инструментами, которыми она обладает, которыми она с радостью делится. И вот даже за вот эту вот консультацию она мне скинула ссылку и на дополнительный тренинг. Ну, собственно говоря, вы понимаете, что это в консультацию не входило. Хочу, не знаю, донести, поделиться, что Виктория очень щедро делится знаниями. Спасибо ей большое за поддержку, за наставление. Очень была рада с ней пообщаться на консультации.